Еще одно сообщение из северной столицы. Премьера песен из нового альбома «Ищу твой свет» православного священника Александра Старостенко состоялась в Свято-Духовском центре Александра Невской лавры. Наши коллеги из города на Неве расскажут о том, как прошел концерт. Уже не первый год батюшка выступает в колонном зале Свято-Духовского центра Лавры. Спокойствием и молитвенной радостью наполнены концерты отца Александра Старостенко. Многие жизненно важные темы поднимает батюшка не только через свои проникновенные песни, но и беседуя на концерте со зрителями, как пастырь. Святые правду говорят, вера в Бога – это дар Божий. Человек никакими лабораторными исследованиями никогда не сможет узнать Бога. Познать его, потому что Бог познается не разумом, а душой и сердцем. Если он сюда не попадет, если сюда попадет, выпадет, а если вот сюда, то навечно. Батюшка Александр порадовал нас новыми песнями, дал такой вот заряд духовный, да, вот на последующий год, да, на неделе. Песни просто, конечно, помогают жить даже вот нашему поколению молодому. Каждый концерт протоиерея Александра Старостенко проходит с успехом. Батюшка уже создал альбомы «Истина одна», «К небу», «Источник любви» и сейчас знакомит почитателей своего таланта с новым диском «Ищу твой свет». Украшением концерта стали звуки музыкального инструмента дудука. Встретилась с этим человеком, увидела его. Ну, я не знала, что столько эмоций, слез, таких теплых отношений, что иду с таким восторгом. После концерта певец и композитор протоиерей Александр Старостенко подписал свой новый диск зрителям. Презентация альбома «Ищу твой свет» продолжится в Москве 17 февраля. Все подробности вы можете найти на сайте протоиерея Александра Старостенко.